Пассау у австрийской границы называют городом трех рек. Эти реки Дунай, Инн и Ильц, у их вод особый оттенок. У живописного слияния трех рек возвышается луковичный купол собора святого Иоанна и башни крепости Оберхаус. Башенка Шайблинг сначала относилась к соляному порту. Белое золото, добытое в альпийских месторождениях соли, здесь грузили на корабли и баржи и отправляли по Дунаю. Три реки и порт. Жизнь Пассау неразрывно связана с водой. На лодках и кораблях отмечают праздники и даже женятся. Итальянские архитекторы придали епископскому городу средиземноморское очарование. Просторные площади и уютные кафе привлекают тысячи посетителей. Людно и в отеле «Вилдерман», где проходит художественная выставка стекла. Под башней ратуши, резиденции городских властей, любят гулять горожане, добившиеся у церкви права участвовать в судьбе города. Летом владельцы кафе, таверн и магазинчиков выходят и выносят свои спецпредложения прямо в залитые солнцем исторические переулки.